Особенные работы особенных детей. Около 1000 участников собрал 28-й городской фестиваль творчества детей и молодежи с функциональными ограничениями. Продлится он 1,5 месяца. С участниками общалась корреспондентка UATV Анна Романовская. Стесняясь, но не скрывая радости, 20-летний Миша дает свое первое интервью. У Миши проблемы с развитием. Сейчас он живет в детском доме-интернате. Собственноручно сделанная ваза с цветами принесла Мише победу в номинации «Работа из бумаги» на городском фестивале «Поверим в себя». Я цю робив вироб дуже важко. Мне сложно было делать эту работу. Сначала из бумаги крутил, потом лаком покрывал. Добавил немного цветов, сперва вырезал их, потом посыпал нитками, обрезал нит. 29-летний Саша, тоже из Святошинского детского дома-интерната, к фестивалю подготовил вышитую вазу с цветами из ленточек. Хоть его картина и не получила награду, он с радостью рассказывает о проделанной работе. Я решил своими руками сделать вазу. Купили ткань, купили ленточки, а дальше я все сам. Вот это я крутил, обклеивал пистолетиком. Старался очень. Всего на фестивале представлено 10 номинаций в разных возрастных категориях. В этом году собралось около 1000 участников. Дети и молодежь с функциональными ограничениями. На протяжении нескольких месяцев дети демонстрируют свои таланты, свое творчество в районах. Потом выбираем работы для городского тура фестиваля. За самые лучшие работы будем награждать дипломами и ценными подарками. На открытии городской выставки все участники получили символические подарки. А уже через 1,5 месяца наградят победителей в каждой номинации. Анна Романовская, Максим Градобик, UATV.